Пустите, пожалуйста. Кто там? Я издалека приехала. Пустите, пожалуйста. Мне очень нужна ваша помощь. Вы Игнат? Нету его. Завтра будет. Ты сейчас вот. Давай иди. По той стороне, после второго, третий дом. Баба Груня. У нее переночуешь и пораньше приходи. А я ваш журнал читала. Ну что, что это? Миша, собаку на тебя спустить. Пустите. Нет у вас никаких собак. Все у меня есть. Блистательно. Да. А какое исполнение? Это же Горовец. Да при чем здесь Горовец? Это скорее виртуозная Марта Аргерих. Мне кажется, хорошо. Мне кажется, просто... Светочка! Здрасте. Мы приняли решение, что на конкурс Шопена в Варшаву едешь ты и Ванечка. Нет, господи! Тихо. Спасибо. Поздравляем. Спасибо. Ну, ребята, это надо отметить. Пойдемте, конечно. Мы не хотим с вами. Хотим. Слушайте, а кто-нибудь был в Варшаве? Я не была. Конечно, я был много раз. А в Кракове? Ну, в Кракове я родился. Ой, Сань, привет. Поздравляю. Знакомьтесь, это мой муж, Саша. Это Ваня, это Катя. Саша. А Андрей, Саша. И Ирина. Очень приятно. Саша. А вы тоже музыкант? Да нет, я водитель автобуса. Ну что, пойдем? Куда пойдем? Куба Либру? Ой, давай в Куба Либру точно, там очень весело. Идемте. Ты что, спишь уже, что ли? Ну что, ты спишь? Или злишься на меня? Ну рассказывай, что злишься? Я не понимаю, как можно было мне не сказать о вашем путешествии? Я что, тебе чужой человек, что ли? В каком путешествии? Это конкурс. Ну просто у Вани там есть кто-то в оргкомитете. Опять Ваня. Ты что, ревнуешь, что ли? Да? Дурак, ревнуешь. Ревнуешь, скажи. Спи, тебе завтра рано утром вставать. Ай, я же целую неделю уезжаю.
Ритуля! Слушай, отстань, я привязался. Ритуль, ну подожди. Отвали! Рита! Слышишь, не ходи сюда больше. Идиот. Совсем мозги потерял ты, Колька, ирод! Я тебе этим кирпичом! Дед, простите! Ох ты у меня, ты! Да не вздумай мне возвращаться сюда! Слышь! Внимание пассажиров! Продолжается посадка на скорый поезд номер 264 Саратов-Берлин. Привет! Нумерация вагона. Я уже волновался. Привет. Спасибо. Привет. Привет. Помочь? Привет. Не, я знал. Ну, давай билет доставай. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Довезите, я вас очень прошу. Это все, что у меня есть. 15-е, пожалуйста. Пассажирский поезд номер 45. Спасибо. Проходите. Какое? 15-е. Я занесу? Да, конечно. Начинается с головы поезда. Как доехали? Хорошо. Ой. Осторожно. Хорошо. Смотри, смешная пара какая. Ты готов? Да. А ты? Да. Но ты взяла? Да. Я все помню. О, руки холодные. Будьте внимательны и осторожны. Поберегись! Лето! Скажите хоть что-нибудь. Извините меня, пожалуйста. Доктор, как она? Руку мы спасли. Все будет хорошо, не переживай. Спасибо. Коль, давай заканчивай. Пельмени готовы. Ну вот, Зинаида Дмитриевна, теперь окошко прослужит 100 лет. Сметану будешь? Буду. Ты, Коль, запомни. У меня так. Кто в дом мой входит, тот будет, как у Бога, за пазухой. Хорошо. Ну? Давайте я скажу, Зинаида Дмитриевна. Пусть в вашем доме всегда будет свет... Мам! Опять? Я тебе сказала, не ходи сюда больше. Ну-ка, сядь. Как же мне все надоели. Вот дура, а. Молодая еще, счастья своего не понимает. Давай. Будем. Thank you.
Светуль. О, знакомые лица. Что? Я рыбу почистил. Что дальше? Соль, перец. Ну, не переживай ты так. Будут у тебя еще конкурсы. И лучшие международные. Ну, иди. Доделай рыбу. Иду. Зараз выступаю как россиянин. Але чую в środku польскую кровь. И очень люблю польскую культуру. Dlatego... Рита! Ты оглохла? Колька зовет. Рита! Ну-ну. Ничего. Поживешь там одна без матери, Рита! Помыкаешься, похлебаешь и быстро вернешься. Рита! Все хорошо. Перелом срастается, состояние отломков хорошее, нужна реабилитация сустава. То есть я смогу играть? Не знаю. Сережа, нам надо что-то решать. Маш, ну что, что решать? Все же хорошо. Ладно, мне пора. Маш! Маша! Алло. Хорошо. Ну, послушай, мне не очень-то удобно говорить. Да буду я, не переживай. Все, добро.
Да погоди ты. Здравствуйте. Добрый день. Как ваши дела? Ничего. Жарко. Да. Давненько такого не было. Хотя я каждое лето это говорю. Нет, ну конечно, сильно волновался сначала. Потом начал играть, погрузился. И уже вижу лицо пана профессора. Лауреат. Поздравляю. Спасибо. Видела, видела. Слышала, спасибо, Светлана Тимофеевна. Блистательно. Да что вы. Все благодаря вам. Ну что, Ванюша, так держать. Спасибо. Буду стараться. До свидания. Давай дальше. А, так о чем я? Вот. Значит, в Варшаве захожу в антикварный магазин. Тетрадь Шопена. Да ты что? Настоящая тетрадь Шопена. Представляете? Что компьютер очень вреден для детского здоровья. Давай мы сегодня пойдем на сольфеджио, а завтра поговорим еще. Дорогая, красивая, глаза вижу грустные, но знаю, счастье тебя ждет. Дай ребеночку на молоко. Ой, спасибо. Ждет тебя любовь большая-пребольшая. Спасибо, родная. Слушай, я сейчас счастливая будешь. Слышь, счастливая будешь. Ну все, пока. Ага, давай. На центральный рынок идет? Нет, девушка, читайте внимательно. Крытый рынок. Блин, там же было написано рынок. Крытый рынок, девушка, ах, читайте внимательно. Останови, а! Я зайду. Эй! Стой! Стой, блин! Стой! Поздравляю вас. Спасибо. Дерзайте. Да. Спасибо. Ключи на вахте. Ваш класс 35-й. А дальше вы будете уже... Извините. Сейчас разберемся. Римма Ивановна, знакомьтесь. Это Светлана Лапина, наш новый преподаватель. Очень приятно. Мне тоже очень приятно. Милости просим. Ольга. Света. Очень приятно. Ну что? Ну, чайку. Да, организуйте, Оля. Мне кофейку, пожалуйста, Оля. Да-да. Света, наверное, пойдемте, я вам покажу класс. Да, да, конечно. Прошу вас. Спасибо. Ой, простите, а вы не знаете, где тут Галя работает? Ой, вы пройдите туда. Туда? Да. Малютка! Малютка! Галя! Малютка! Привет! Приехала! Привет! Малютка! Молодец! Подруга ко мне приехала! Давай, заходи! Давай! Молодец! Здорово, Санек! Здорово! Ну чё, заработал что-то? Да ну, слезы. Так чё, по пивку? Само собой. Ух ты, нормально. Галка, ты представляешь, все деньги украли. Я просто вообще не понимаю, как это произошло, понимаешь? Все из-за этого водителя поганого. Ты представляешь, сумку в автобусе оставила, он дверь закрыл и уехал. Я вообще не знаю, что делать. Так, успокойся. Водителя этого мы найдем. И деньги отдаст, как миленький. И не кисни, ты ж в Саратове. Девушка, ну как я вам помогу, если вы номер не помните? Ну вы представляете, сколько в городе автобусов? Ну я не знаю. Ну там еще такая наклейка была сзади. Ха, а шрам от аппендицита у водителя не заметили? Очень жаль. Васильевна, отметь. Угу. Как там крыса? Взрослеет. А. Тань, а. Скажи, пусть Коля Соловей зайдет ко мне. Добренько, Сан Саныч.
Давай еще раз, как я тебя учила, ручки держим, как подушечки, и со счетом. Раз, и два, и три, и четыре, четыре, и... Раз, и два, и три, и четыре, и... Раз, и два, и три, и четыре, и... Раз. Лапин! Все, еду, еду, еду. Танцуй. Айнене, а что случилось? Нашел я тебе кондуктора. Спасибо. Симпатичная? Габарливая. Эй, Тёмушкина, иди сюда. Привет, Саня. Садись, поехали. Это ты? Не понял. Это он мою сумку увез. Саныч, что за цирк? Ты знаешь, что из-за тебя, урода, у меня деньги украли? Ты больная. Сейчас, 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 Петрович. Давай, давай, да по дороге разберёшься. Да не поеду я сюда. Сюда. Не поеду я никуда. Набери эту чушь. По дороге. Отходи, я сказала. Меняй. Да еду я. Спасибо. Малышка, ты чего плачешь? Что-то случилось? Я, Римма Ивановна, линейкой по рукам ударила. Римма Ивановна. Из-за того, что я плохо играла. Да, Раечка, ой, спасибо, что позвонила. Да, да, я просила. Хорошо, что ты дома. Я прошу тебя, загляни к моему. Да? Ну, посмотри, как он там. И супчик разогрей. В холодильнике там маленькая кастрюлька беленькая. Но не очень горячо. Спасибо тебе, спасибо, родная. Спасибо, Раечка, спасибо. Римма Ивановна, мне бы хотелось с вами поговорить. Да? Мне кажется, не стоит бить детей по рукам. Девочка моя, это обычная терапия. Лекарство от лени. Ученики должны знать, что музыка – это тяжелый труд. Меня учили, что музыка – это гармония. Деточка моя, ты поживи с мою. Выпусти два десятка дарований. Тогда поймешь, что к чему. Девочка понравилась? Забирай. Хорошо. Спасибо. Как дела на работе? А, нормально. Как у тебя дела? Хорошо. Саша, у нас будет ребенок. Когда? Когда мы его сделаем. Свечка, ну, но мне уже бежать надо. Подожди! Вот, держи. А это зачем? Ну, будешь слушать дороги, пассажиров своих приобщать, жену пиарить. Ты издеваешься. Ты недооцениваешь значение классики. Это же Шопен. Иди. Да, смешная фамилия. Пока. Давай, до вечера. Выспалась? Опять мать во сне ругалась за деньги. Ну ты извини, но я действительно не заметил твою вторую сумку. Двери закрыл, да поехал. Ну, мир. Мир? Добро.
Дай десок послушать. Какой? Шопена. Кого? Шопена. Вот этот? Оцениваешь значение классики. Вот смотри, люди. Едут домой, усталые, злые, какие-то отупевшие. Когда им еще Шопена послушать? А тут смотри, вон уже глаза загораются, какие-то мысли включаются. Девушка, можно с вами познакомиться? Нет. А можно я сделаю вам ребенка? Да. Сань. Ты спишь? Угу. Когда ты уже плафон повесишь, а? Завтра. Ты мне уже неделю обещаешь. Скажи, а кого ты хочешь, мальчика или девочку? Мне все равно. Как все равно? Мальчик. А будет девочка. Сань. Ну все, иди. Ну все, пока. Пока. Галь. Ой. Малютка, прости меня, пожалуйста. Прости. Прости, малышка. Ну ты меня понимаешь? Да. Прости. Прости. Все тебе расскажу. Лапины, заходите. –
Как вас зовут? Александр. Саша, давно вы пытаетесь? Месяца 3-4. 5! Так, вам нужно будет тоже сдать анализы. Есть определенные сложности. Гормональный фон, неблагоприятная среда. Происходит отторжение. Возможно, как следствие аборта. Похоже, из-за аборта организм отторгает. Противится зачатию. Забеременеть шансы невелики. Что шансы, вы сказали? Саша, ну давай поговорим. Саш, ну прости меня, пожалуйста, ну объясни, что я должна была делать. У меня госэкзамены были на носу, а ты только токсикоз. Ну, Саш, я понимаю, что я виновата, но вообще известность тебя не поставила. Ну прости меня, пожалуйста, Саш. Саш. Подожди, не кури. Вот. Я не хочу. Ну, поешь. Смотри, что у меня есть. Так. Колбаса домашняя. Да я не хочу. Мать передала, сама делала. Чего, попробуй. Брезгуешь, что ли? Тебе больше прикармливать некого. Вкусно. Здорово. Опа, thank you very much. А вот и мы. Ну, смотри, малышки. Боже мой, королева бензоколонки. Однозначно. А что это мы так поздно гуляем, матрешка? Привет. Куда руки едем? Бери, пожалуйста. Оплачиваем за проезд. Девочки заплатят. А можно руки убрать? А у вас руки билетик убери. Есть? Не надо хамить, девочки. Саш. Не надо. Саш, останови. Я тебе сказала, руки убрал. А что остановились, а? Водила. Так, алло, шеф. Выходим, сейчас милицию позову, быстро. Да, пошел. А что это еще? Так. Быстро, я сказал. А куда вы? Ты че, коза? Ой, как страшно, сейчас догоним. Сюда. Так, понятно. Давай сюда еще. Где? Тут болит? Здесь. И тут еще? Ну, это ушиб, наверное. Ну, ничего. До свадьбы заживет. Ну, видишь, всякое бывает, да. Спасибо тебе, ты такой хороший. Ну, ладно, тебе ладно. Все ж хорошо закончилось.
Сань, прости меня, пожалуйста. Саша, мне самой тяжело, неужели ты не понимаешь? Прости. Я знаю, что я виноват. Но чего уже не изменить? Сегодня сможешь дать анализ? Нет. Почему? Не хочу. Не нужен нам ребенок. Ну, мне нужен, я хочу. А я не хочу. Саша! Какой воздух хороший после дождика. Славочка сейчас хорошо погуляет, а потом вернется домой и хорошо съест супчик. Мужчины должны хорошо питаться, чтобы быть сильными и умными. Роман Семенович. Да. А с кем это Римма Ивановна? Сыном.
Простите, пожалуйста, доктор. Лапина из 8-й палаты. Что с ней? Резкий упадок сил, потеря сознания. Не переживайте, на первом месяце это бывает. Какой скрытный, все время прячется. Вот, вот, видите? Ой, какой хорошенький. Сань, посмотри, хороший, да? Видите? Видите ручки? Сжаты в кулачки. Ага, поймали. У вас девочка. Девочка? Девочка, Сань. Алло. Привет, Поля. Нормально. А у дедушки сюрприз. А угадай. 4 маленьких, лохматеньких, с 4 лапками. Умница моя. Да. Но приедешь, посмотришь. Хорошо. Мама, дай. Передаем за проезд. Кто еще не передал? Там, сзади. Ну что ты орешь? Ну ты что, в деревне, что ли? Оплачиваем проезд. Давай, заходи. Ой. Спасибо. Вот. Ну и где я вам сдачу возьму? Мельч есть? Так, проходите. Бесплатно. Акция для постоянных клиентов. Серьезно? Конечно. Спасибо. Добренький, да? Так перестань. Мам, он весь мокрый. Может, ему чуть-чуть ветерка надо? Сан Саныч сказал, что тебя на другой маршрут переводят. Что? А как? Ну вот так. Я один пока поработаю.
Саш! Давай, выходи быстрее. Ты чего, так уйдешь, что ли? Хватит, наигрались уже. Саш! Как надо сделать? Я вот в одном кино видела. В каком? Каком? Да откуда я знаю, я уж не помню. Давай, наливай. Mm-hmm. Вот там главный герой вот так руку поднял, и как вот так раз! Сейчас баб придет. И говорил, а пошло оно все знаешь куда. Давай выпьем. Давай выпьем. Да! Галка, есть штопор? О, привет. Здрасте. Подними ложку, пожалуйста. Давай. Да. Вон, вон, там. Спасибо. Спасибо. Вон там на столе. Только с возвратом. Давай. Я же тебе говорил, баба придет. Угу. Дверь только закрой. Спасибо. Угу. Давай. А ты на работу идешь? Везет. Купить трусы недорого. Ладно. До вечера. Здорово! Ну чё, есть касса? Да я еще не считал. Два. Эх, Саня, Саня, такую девку упустил. Анекдот слушай. Короче, было три брата. Ах, ох и ого-го. Ах был оптимистом, ох пессимистом, а ого-го и так женщины любили. Не смешно? А я смеялся. Ладно, Сань, давай. Давай. Конец. Привет, мам. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как она? У меня сегодня хорошая оценка. Молодец, молодец, молодец. Терпения немножко не хватает, но... Уже лучше. Дома точно так же. Да. Ладно, пока. До свидания. Всего доброго. До понедельника. До понедельника. Мам, представляешь, у меня по сольфеджио 10, а по фортепиано 11. Алло. Санечка, я закончила. Да. Целую. Сань, давай я сегодня кондуктором поработаю? Не надо, тебе нельзя. Ну, только сегодня.
Меня уволят. Ну, Сань. Ай. Что? Пошевелилась. Да? Угу. Честно? Сегодня. Уже не первый раз. Передаем деньги за проезд. Ну как? Вот, держите. Ну как, я справилась? Ты уже подумал над именем? Ну, а ты? Ты знаешь, мне кажется, что нужно назвать Дашей. Дарья Александровна Лапина. Ну, посмотри, звучит же. Звучит. Я вот тут книжку нашла про имена. Смотри, Даша. Дарья. Женский вариант имени персидского царя Дария. В переводе с персидского – победительница. Девочка Даша в детстве часто командует своими сверстниками в играх. Она смышлена и импульсивна в поступках, может быстро навести порядок среди детей и даже подраться с вояками, как ты. Не выносит одиночество, любит шумные, веселые игры, но Дарья проводит время не только в забавах, но и много помогает матери в ведении домашнего хозяйства. По-моему, это правильное имя. Карета подана. А ты долго? Да я же уже все, туда и обратно. Ну хорошо, давай быстрей. Чего добиваешься? Хочешь мне жизнь испортить? Не хамите пассажирам, а то я жалобу напишу. Встречались, разошлись. Такое бывает. Я тебя не скрывал, что я женат. Может, Шопена послушаем? Заканчивай. Саш, я не могу так. А я с тобой не могу. Мне вчера стало плохо, и, в общем, я пошла к врачу. Сочувствую. Он сказал, что это токсикоз из-за беременности. Хватит мне лапшу на уши вешать. Давай, выходи. На, читай. Thank you.
Ну да, 355 маршрут, я же говорю. Танюш, Риту не видела? Что, соскучился? Не видела. Ну да, 355. Маш, Маш, моя красавица. Ай да красавица. Иду как-то по рынку, ну и смотрю, крысят продают. Мужик подходит и говорит: отдайте мне штук 20. А я спрашиваю: зачем вам столько? А он говорит: надо же как-то удава в цирке кормить. Я говорю: стоп. Ну-ка мне маленького одного тоже продайте. Вот так одну живую душу спас. Понятно. Рит, на минутку. Здорово. Привет, Санек. Подарки не одарки. Да ладно тебе. Так вот, Саныч, крысеныш 3 года у меня прожил. Потом заболел и умер. Ухаживать надо лучше. Чего? Вот, возьми. Что это? Деньги на аборт. Ну, не хватит, скажешь. Хорошо. Но с одним условием. С каким? Все будет как раньше. Проходите вот сюда, если можно, поднесите, поставьте. Ага, сюда, да? Спасибо. Ага. Всего доброго. Да, до свидания. До свидания. Саня! Саня! Просыпайся! Сашка, ну просыпайся, ну сколько можно спать, а? Давай, вставай, вставай. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Ехал поезд, запоздал из последнего вагона, вдруг рассыпался горох. Куры клюют, петухам не дают. Куры клюют, петухам не дают. Пришел курьер, потоптал, принес кроватку. Вставай, Сань, вставай, собирай, слышишь, а? Давай, давай, давай. Просыпайся. Там ложе принесли для нашей принцессы. Вставай, вставай. 118 кабинет. А где это? Это по коридору и налево. Алло. Я думаю, не стоит беспокоиться. Главное, лечитесь. А кто крайний? Мы. Тамара Александровна, делать выводы еще раз. Ну, подожди. Вором и проклятием и душит что-то, душит, и голова кружится, глаза дитя окровавленное. Ты хоть понимаешь, о чем они поют там? Пульфон. Чур. Что? Чур. Там, что? В углу. Повышится, растет, близится, разжечься стоит. Чур, чур! Чур, дитя. Ну что, Маргарита Васильевна, развитие нормальное. Приблизительный срок 12 недель. Сделаем УЗИ, чтобы определить точнее. Я не буду рожать. Придется. Меня зовут Маша.
Саша, очень приятно. А у вас такого никогда не было, чтобы вам хотелось открыться совершенно незнакомому человеку? Я уже 3 года живу в сплошном кошмаре. На 2 дома. Да. Один человек боится меня потерять, а другой боится обрести. Одного я люблю, а к другому привыкла. Но ведь это тоже любовь своего рода, да? Ой. Ну ничего. Я решила. Сегодня я все скажу мужу. И будь что будет. Все будет хорошо. А ну ешь. Вот не послушай. Сан Саныч, можно? Давай. Что там? Заявление. Какое заявление? Отпуск прошу. Неделю за свой счет. Какой отпуск? Сан Саныч, у меня Светка рожает. А, ну это надо. Хлопотно вам с ними? Это с вами хлопотно. А это ж дети. Дети – это счастье. Золотые ваши слова. Я пошел? Давай, давай. Спасибо. Ну… Да, как раз. Так, да? Или выше? Угу. Где-то на сантиметр. Ага. Давай мазать. Давай. Ой. Что? Что, что, что? Бьется. Да, девки, с вами каши не сваришь. Иди, иди, садись. А, хорошо, не беспокойся. Все, Саш, поздно. Врач отказался делать аборт. 12 недель, понимаешь? Это поздно! Я хотела тебе раньше сказать, но ты же от меня бегаешь все время. Что делать, Саш? Да. Девчонка цепкая, не даст себя убить. А я слышала, у тебя там тоже девочка будет. Ну, 2, я понимаю, да? Мне надо ехать. Саш! Вечером позвоню. Саня. Слушай. Золотые руки деда Игнат. Саш. Да. Ты слушаешь меня? Да, я слушаю. Или играешь? Слушаю. Смотри. Тут одна журналистка пишет про одного знахаря. Она не могла родить. После 2 выкидышей ни один врач не дал мне гарантию родить. Я родить слушаю. Ребенка. К
моему большому удивлению, я встретила очень отзывчивого, доброжелательного человека, который успокоил. И после поездки к нему последующие 2 месяца я просто порхала. Все были удивлены моим спокойствием. За неделю до родов, как было условлено раньше, я отправила их к деду Игнату. Всю неделю он провел со мной. Учил дыхательным упражнениям и не только. В назначенный срок я родила. Ты меня слушаешь? Ага. Повтори. Родила. Лапин, я вообще не понимаю, что с тобой происходит. Это касается нас всех. А ты меня совершенно не слушаешь. Да я слушаю тебя, Лапуль. Ну, слушаю. Это произошло так быстро, что я даже испугаться не успела. Теперь мы с Илюшей каждое лето навещаем деда Игната. Благодарю его за золотые руки. Я подумала, ты знаешь, может быть, тоже поехать туда рожать, в деревню? Просто это как-то на природе, это все правильно, естественным путем. Куда? Саш. Да ну их этих знахарей. Тоже мне нашла чем заниматься. Лучше, конечно, в игрушки играть, да? Ну, при чем здесь это? Саш, ну я же тебя прошу, поговори со мной. Я слушаю тебя. Ты не понимаешь, что это достаточно важное для нас дело? А ты играешь в игрушки. Ты вообще в последнее время перестал меня замечать. Все, о чем я тебя прошу, ты вообще ничего не делаешь. Я полочку просила тебя повесить на кухне. Повешу. Когда? Сейчас повешу. Ковер бы выбил. А о лампочке я вообще не говорю. Плафон уже год пытаюсь тебя заставить повесить. Блин. Мне кажется, вам очень идет. Да? Угу. Красивая. А сколько такое стоит? 5000. А подешевле есть? Да. Пожалуйста, здесь всего 2 грамма. Сколько стоит? 1250. Угу. Беру. Вот. Ну, а Сашка мне говорит, ну что ты, поезжай к маме, проведу ее, она же соскучилась по тебе. Я думаю, ну правда, поеду. Че, пока он там ремонт в квартире делает, съезжу. Вот, мамуль, так что у нас все хорошо. Ты знаешь, он меня так любит? Я его тоже очень люблю. Вот, ребеночек скоро будет. А на свадьбу чего не пригласила? Так... Мы скромно, мама, расписались вдвоем. Мы даже свидетелей не брали. Знаешь, сейчас очень так модно без свидетелей. Модно. Угу. Муж твой где? Мам, ну я же сказала тебе, он ремонт в квартире делает. Ты мне мозги не пудри. Ты давай приезжай с мужем. Посидим по-человечески, отметим свадьбу, чтобы перед людьми стыдно не было. Ну и что, мне теперь уезжать, что ли? Да нет, ну зачем же уезжать? Живи, живи сколько хочешь, только не одна, живи, а с мужем, скоро пузо будет видно. Устроила мне тут приезд блудной дочери. Привет. Привет. Саш, надо что-то делать. Мне деваться некуда. Мать отправила обратно, говорит, без мужа в деревню не приезжай. Галка пилит. В общаге с ребенком нельзя. Саш. Может, квартиру снимем, Саш? Саш, это, между прочим, и твой ребенок тоже. И прав у меня не меньше, чем у твоей, слышишь? Чего молчишь? А ты расскажи про меня, слышишь? Чё ты? А? Саш! Открой! Я сама расскажу, понял? Открой! Сан Саныч, можно? Проходи, садись. Я по-личному. А, все по-личному. А где крысы? Рассадили, что ли? Корни подсыпал перед праздниками. Ну, закрутился я.
прихожу в понедельник, а тут крысяка сожрал отпрысков своих. Ну, мамаша, понятно, вступилась. Подрались они, скорее всего. Вот. А потом она загрызла его. И сама сдохла. С тоски. Тебе клетка не нужна? Встать, суд идет. Оглашается приговор именем Российской Федерации. Обвиняемый Лапин Александр Степанович. Руководствуясь статьей 160 УК РФ, статьей 296, 297, 298, 299 УПК РФ, Лапина Александра Степановича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 2 статьи 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности, пунктом 2 статьи 117 УК РФ, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, принимая во внимание обстоятельства, смягчающие наказание, такие как явка с повинной, оказание помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, в силу статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем сложения назначенных наказаний, окончательно к отбытию, назначить 6 лет лишения свободы, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. А где мой ребенок? Принесите, пожалуйста, мою дочку. Что случилось?
Не слышишь, что ли, ребенок плачет? Вставай! Ой, ты моя зайка, иди сюда. Иди сюда, моя зайка. Моя хорошенькая. Иди, 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 иди. Все, тише, 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 тише. Вставай! Не слышишь, что ли? Лежит она. Ребенка орет, она не слышит. Ложись. Сейчас мы тебе. Ой ты. Ой ты моя маленькая. Ты давно ее кормил-то? Не помню. Не помнит она. Мать называется. А может, мы обсикались? Сейчас посмотрим. Сейчас мы тебе памперс поменяем. Вставай! Спишь целыми днями. Мать называется. Ой, отстань. Маша? Олежка. Маша. 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 Машенька. Машенька. Маша. 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 Машенька. Машенька. Маша. Прости, 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 прости. Маша. Машенька. Маша. Что со мной? Господи, Боже мой! Вы думали, что все... Мы думали, что все, конец. Мы... Мы, я и Сергей, мы... Олежка, ты знал, да? Я хотела, я правда хотела тебе сказать. Ты все знал. Нина, не, все, 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 не волнуйся, не волнуйся, девочка. Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Все будет хорошо. Хочешь кефир? Нет. Нет, я что хоть. А что с ним? С ним? Мы с ним поговорили и решили, что все будет так, как ты захочешь. Нет, что с водителем? А, с водителем? Ну, все в порядке, посадили. Из-за меня? Нет, не из-за тебя, нет. Там погиб человек, понимаешь? Ох, Олежка, он же спас ребенка. Ну, ничего. Там был несчастный случай. Все будет хорошо. Что так? Что? Маша? 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 Доктора!
Вот, возьмите. Спасибо. До свидания. Мы все вас понимаем и сочувствуем, но не могли же мы прервать занятия? Прошло много времени, вы не появлялись, на вашем месте давно работает другой учитель. У меня же была уважительная причина. Я знаю. Ну, что, небольшая материальная компенсация? Ну что ты сидишь, как каменная? Ты поплачь. Легче будет, по себе знаю. Ну что ж, нужно научиться жить и так. Заново нужно научиться жить. Ты только глупости не наделай. Постарайся быть сильной. Как? Добрый день. Добрый день. А можно мне детскую бутылочку, соску и... Для маленького ребенка? Да, девочка. Пожалуйста.
Вот это для девочки очень хорошо, розовенькое. Спасибо. И детские салфетки. Детские. И пачку памперсов. Хорошо. Свет. Детские салфетки, пожалуйста. Свет! Привет. Привет. Слушай, а что ты не заходишь? Ты как вообще? Я тебе звонила. Простите, вам такие подойдут? Памперсы? Да, подойдут. А ты как вообще? Давай, 780 помогу. Рублей. Угу. Держите. Угу. Я... Хорошо, я тебе позвоню. Возьмите сдачу. Ты хоть трубку бери, когда я звоню-то. Девочка моя. Девочка моя, ну что ты? Что такое? Что такое? Тише, тише, тише. Дашка, так мы мокрые. Мокрые. Пойдем переоденемся и искупаемся. А у кого это носик? У кого это носик такой? У кого такой носик? Девочка, красавица. Да. Ух, ух, ух. Давай, моя Зойка, давай, моя Зойка. Не холодно, что быстренько тебя укутаем. Укутаем быстренько. Давай. Да? Да, моя Зай. Да, да, моя Зай. Пойдем в комнату. Пойдем в кроватку. Пойдем в комнату. Да? Пойдем в кроватку. Давай. Nee. Третий стол. Поняла я. Wir müssen was organisieren. Ja. Natürlich die Geschäfte läuft. О, schön. Essen ist fertig, ja? Ja. Прошу вас. Спасибо. Прошу. Danke schön. Спасибо. Wunderbar, sieht so gut aus. Klasse. Was ist denn das? Давай. Die beste Frau ist die Welt. Ja. Die ist viel hübsche Frau. Ja. Hübsch, ne? Wie heißen Sie? Как вас зовут? Rita. Rita, Rita, Rio Rita. Klassisches Wein. Das ist ein italienisches oder französisches Wein? Ah, ja. Ждем, ждем. Hallo, hören Sie mich? Fräulein. Was soll das? Hallo, was machen Sie? Ja. При нашей последней встрече она была сама не своя. Такое пережить. Муж, ребенок. А вот в аптеке все эти подгузники и все остальное. Скажите, думаете, она могла... Да всякое может быть, звони, слышишь? Здравствуйте. Вы кто? А вы кто? Я Светина подруга, а где она?
Света уехала. Куда? А дети? Какие дети? У нее нет детей. У нее дочь при родах умерла. Вы что, не знали? Нет. А куда она поехала? В деревню к родственникам, что ли. А вы адрес не знаете? Не знаю. Девушка, я сейчас квартиру сдаю. Вам квартира не нужна? С роялем. Вы же из консерватории, девушка. Ой, не знаю. Кому такая? Не знаю. Здравствуйте. Здравствуйте. А к Игнату не подскажете дорогу? К Игнату? Угу. Ну, это не близко. Вот, смотрите, пойдете по дорожке до реки, а там через мост, полем, угу, до леса. Там хутор будет. На краю лес, избушка, домик. Ну, там спросите, чтобы не заблудились. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо. Пустите, пожалуйста. Кто там? Я издалека приехала. Пустите, пожалуйста. Мне очень нужна ваша помощь. Вы Игнат? Нету его. Завтра будет. Ты сейчас вот, давай иди. По той стороне, после второго, третий дом. Баба Груня. У нее переночуешь и пораньше приходи. А я ваш в журнале читала. Ну что ж ты это? Миша, собаку на тебя спустить. Пустите. Нет у вас никаких собак. Все у меня есть. Что? Давай вот раздевай и клади сюда. Посмотрю. Что такое? Спать хочешь? Девочка. Да. Давай разденемся. Платочки ты хочешь?
Ну, ну, ой, ой, замечательный, молодец. Молодец. Так. Уплотнение вокруг пупочка, видишь? Массаж поделаешь. Ну, ножки в норме. Замечательная, хорошая девчонка. Да-да-да, молодец. Чего был тащиться в такую даль? Сколько ей? 3 месяца? Не знаю. То есть как это? Это не мой ребенок. А чей? Не знаю. Мне ее подкинули. Я к вам-то приехала, чтобы сделали вид, что приняли у меня роды, а я дальше на себя запишу. А вам поверят. У меня родовая карточка есть. Вот. Я заплачу вам. Я тебе сейчас так заплачу. Ты что, больная на всю голову? Если кто-то узнает... Никто не узнает. Ну, я же ее не украла. Мне ее надо в приют отдавать, а там сами знаете. Где последняя страница? Я потеряла ребенка. У Игната опять рожают. Видела сегодня тут одну. Приехала. И я тоже. Когда из лесу возвращалась. Ори, ори. О, Господи. Чтоб вся деревня слышала. Как резаные. Ори. Фамилия, имя, отчество. Лапина Светлана Анатольевна. Светлана Анатольевна. Дядя Игнат, рождение я засвидетельствовал. Ну ты, Бет, не брался больше за такое, а? А то мало ли что. Спасибо, племяш. Пожалуйста. Ну, ты, если что, звони. Спасибо вам. Пожалуйста. Игнат, вы вот возьмите, пожалуйста. Да убери ты их, ради Бога. И уходи, а. Thank you.
Может быть, вы разрешите мне остаться? Я не хочу в город, да и нельзя мне туда. Иди, а. Спасибо вам. Простите. Лютая. Лютая. Ну что, спит моя красавица? Спит. Утренний сон самый сладкий. Пора будить. Радость моя, доченька моя, просыпайся. Принцесса моя, радость, вставай. Солнышко уже встало давно. А петушок пропел? И петушок пропел давным-давно.
А мне папа снился. Держи молочко. А что мы сегодня будем делать? Мы молочко сдадим, которое коровка принесла. На почту зайдем. Уток кто-то выгуляет. А к деду Игнату? И к деду Игнату пойдем. Вставай. Вставай. Светик! Восклицательный знак. Родной мой, пошел 6-й год, как я здесь. Для меня он как 6-й век. Очень соскучился по тебе и до шутки. Да шутка, ничего. Очень хочу обнять тебя и да шутку. Вообще с сокамерниками я живу, не понял. Ладу, ладу. Но в семье, как это бывает в этой жизни, не без урода. Это он о тебе сказал. Факт. К стене. Есть что-нибудь для меня? Mm-mm. Странно. Свет! Игнату передай. Давай. Даш, на, отнеси деду Игнату и с утками погуляй, хорошо? Хорошо. До встречи дома. Не задерживайся. Девушка, вы не меня ждете? Очень жаль. Сыночка.
Вернулся уже, вернулся. Ну все, все. Дома уже. А ты чего телеграмму-то не дал? Мы бы тебя встретили. Сюрпризом хотел. Сейчас лапшу твою любимую сварим. Давай, лови курицу-то. Ой. Цыпа, цыпа, цыпа. Цыпа, цыпа, цыпа. Ути, 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 ути. Володь. Ой, господи. Володенька. 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 Володь. Смотри в глаза. Одевайся. Тут все. Я, конечно, травок дам, нервишки подлечить, но... Спасибо, Игнат. Душу надо лечить, понимаешь? Душа-то болит. Болеет. Мам, а как это душа болит? А где ты это слышала? Это дед Игнат Володя говорил. Ну, это когда человек о чем-то сильно переживает. У тебя душа болит? Спи давай. Какой ночи, принцесса. Тебе тоже. Спасибо. Здорово, Василий Иванович. Володька, ты подлец. Вернулся. Кино до 16? Опять меня не пустишь? А, так ты вон как вымахал-то. Здорово. Вымахал? Смотри, теперь велосипед поднимаю. Ух ты. Не то, что в детстве. Ну ты на побывку? Или совсем? На совсем. Ну, слава богу. Слава богу. Да я в магазин ехал. Мать попросила. В магазин. Василий Иванович. А. Помнится, в детстве мечта была. Кепку твою померить, но ты никогда не давала. Может, сейчас? Ну вот. Одно мечта меньше. Дарю. Славик, афишу повесь. Угу. А мы с дядей Володей пойдем. Подожди, Василий Иванович. А он мне расскажет, как нынче воюется. Ну, чаю выпьем. Ну, чаю. Ты чё? Чё-то голова закружилась. Это ты отвык. Отвык от нашего воздуха. Пойдем. А сейчас давайте вспомним все виды минора. Костя. Этот. Натуральный раз, мелодический два и три. Гармональный. Гармонический. Правильно, Ярослав. А давайте я вам сейчас покажу пример гармонического минора. Садись на место. Спасибо, Марин. Молодец. Thank you.
был пример, Гарман. Здрасте. Здрасте. Мама, это дядя Володя. Володя? Светлана Анатольевна. Я присяду. А вы играйте, играйте. Володь! Да тихо ты. Для чего я новый отвар готовил? Да выпью я, выпью, хорошо. Выпью. Вот пей, а то не получится у нас. Здравствуйте. Здрасте. Ой, дядя Володя, а вам деда травки дал? Деду дал травки. А какие? Ну вот, всякие дал, посмотри. Бутылочку положил и сказал, так полезнее будет. А-а-а. Знаете, чего я пришел? Я совершенно случайно услышал, как вы вчера играли. Просто вспомнил, как я хотел тоже заниматься музыкой, когда пацаном маленьким был. Все как-то здесь, в общем, негде было. А потом в армии уже гитару освоил. Вы вчера здорово играли. Спасибо. Я что хотел спросить? Вы взрослых учите? Нет. Жаль. О, деда, держи, пришел. Малыш, держи. Спасибо. А это вот баба Груня отдашь. Скажешь, чтоб забрала. Угу. Ну что, Володь, ну-ка покажи бутылек. Ну покажи, покажи. Ну что, вот так вот и будем, а? Ну вот, вот что с ним делать? Все, а? Все, доброго. Иди отсюда, чтобы мои глаза на тебя не глядели. Нет, Игнат. Иди, иди. Иди. Война у парня в голове до сих пор. Как бы ее оттуда выковырить? Помоги человеку, а? Чем я могу ему помочь? А музыкой? Может, получится? Так я только с детьми занимаюсь. Короткая у тебя память. Здесь под
под ладонью, должно быть такое ощущение воздуха. Вам не тяжело? Да нет, что вы, конечно, нет. Только жалко пришли. Придется будить этого маленького, сладко спящего человечка. А у вас хорошо получается. Вот это? Нет, в смысле, игры на фортепиано. Вроде месяц занимаемся. У вас большие успехи. Ну, Света, это ваша заслуга. Вы толковый учитель, а я... Да нет, вы толковый ученик. Правда? Да. Может быть. Хотел спросить, а где ваш муж? Был в тюрьме. Полгода назад должен был вернуться. От него ни писем, ни звонков. Не знаю. Ага. Ну ничего. А если не вернется? Да нет, вернется, куда же он денется. Но мы же продолжим заниматься, правда? Да. Вставай, моя красавица. Надо раздеться. Сейчас сниму с тебя все это и пойдешь в кроватку, хорошо? Давай. Разденемся и в кроватку. Да? Ты мой папа? Выпить что есть покрепче? Да нет, у нас. Откуда? Никто не пьет. Ну, так ты у бабки спроси. Ну, чего как-то не по-людски? Да у нее нет. Спит она уже. Пап, ты такой. Такой. Красивый. Это ты у меня красавица. Сяо, мама. Свету. Саш. Тише. Зачем? Я соскучился. Саш, помоги, пожалуйста. Давай. Потом домоешь. У тебя что, есть кто-то? Что за ерунду ты говоришь? Вон я тебя там постелила, а я с Дашей лягу. Свет, ну ты чего? Ну ты чего, как не родная? Я 5 лет без бабы. Спокойной ночи. Ложись. Свет! Как же ты не подавился, да? Вот алкаш, вот паразит. Паразит все вылокало. Ну ничего ж не оставил. Света! Свет! Ну ты глянь, что твой алкаш сделал, да? Ну всю ж заначку вылокал. А огурцы я вчера посолила, а он их все сожрал. Да что же делается-то, Свет? Иди разбирайся.
Не в милицию же мне заявлять. Все, теперь прятать придется. Отпусти меня! Ну, посиди с отцом. Ну посиди с отцом, Анна. Так, ты дочь мне или нет? Мама, ну что ты такая плакса, а? Ну, с родным папкой посиди, да. Ну все, все, давай, поцелуй все. Смотри, Мишка. Отпусти, Мишка, давай в Мишку поиграем. Больно. Какой Мишка? Ну, я не хочу да, с тобой играть. Мне ну иди, прошу, да. Это моя сладкая мама. Где наша мама? Это моя сладкая. Саш. Моя сладкая. Саш. Да, что? Не трогай Дашу. Отпусти, да, я с ребенком. Не трогай. Я говорю, оставь меня, я с ребенком посижу. Не трогай, не трогай. Я? Не надо. Иди поспи, слышишь? Я не понимаю, я что? Аккуратно. Я не могу, собственно, ребенком посидеть. Давай пойдем. Ну. Что, я чужой, что ли? Тебе протрезветь надо. Да идем. Что мне надо, я сам знаю, что идем мне поспи. Надо. Тебе хочешь, что, заняться нечем? Хочешь, я поесть приду. Тебе работу уже. Найти, иди в дом. Тебе поспать надо, не трогай ее. Не трогай. Я кому сказал, марш в дом? Не трогай, Дашенька. Я кому гуляй. Сказал? Я точно. Я марш в дом сказал. Саша, отпусти, мам! Не бей ее! Не бей! Отпусти! Не бей! Ты что такая грустная? Ничего. Смотри, я тебе сейчас кое-что дам. На? Спасибо. А как тебя зовут? Даша Лапина. А вас как зовут? А меня тетя Рита. Очень приятно. Будем знакомы? Угу. Пойдем погуляем? Идем. Может, туда? Пошли. Что там? Там интересно? Угу. Трансинта довезешь? Садись. Давай руку. Thank you.
ты превратился? Что же они с тобой сделали? Ты знаешь, человеком сделали. Да. И многому научили. Вот там быстро обучают этому всему. Поняла? Чему, Саш? Чему? Да не стелиться, понятно? Человеком стать. Я теперь вообще по-новому жить хочу. Я знаю, как. Мы с тобой плохо жили, да? А как мы с тобой жили? Что я вообще рядом с тобой делал? Чем я... Кто я был-то? Саш, не кричи! Да не кричу я вообще! Я спокоен! Ты еще не знаешь, как я кричу! Кричи, пожалуйста. Груню, вы Дашу не видели? Нет. Нет. Послушай. Не мое это дело. Ты деньги спрятала? А, да, да. Даша! Даша! Твоя уехала. Я из магазина вышла, они поехали. С кем? С женщиной. На высоких каблуках, с большой сумкой, Дашку обнимала. В машину сели и поехали. Какую машину? Зеленую. Вон туда поехали. Таня, дай телефон. Что случилось? Дашка пропала. Алло, милиция. У меня ребенок пропал. Село Лешовка. Девочка. 6 лет. Волосы светлые. Глаза. Алло, женщина. Какого цвета глаза у вашего ребенка? Нашлась. Дашка! Девочка моя, ну где ты была? Ты меня так напугала. Она была со мной. Я встретил Дашу на улице, она плакала. Я просто хотела ее утешить, вот и все. С тобой все Мам, в порядке? Мам, тетя Рита мне такие сережки подарила. Красивые, правда? Не стоило вам этого делать. Ай! Это не ваш ребенок. Не надо делать таких дорогих подарков. Спасибо. У вас хорошая дочь, берегите ее. Мы знакомы? Нет. Пойдем. Ну как так можно было, Даша? Объясни, пожалуйста. Я же напугалась. Но она сама сказала, пойдем погуляем. Саш, вставай, нужно ехать. А. Ну, Сашенька, просыпайся, пожалуйста, уезжай. Куда? Я тебе потом все объясню. Даша, иди собирай вещи. Что ж, как собака. Здравствуй, лапа. Даша, иди собери игрушки. Мам, у меня
хочу ехать, а деда, а дядя Володя? Что за дядя Володя? Здравствуйте. Привет, Дашуля. Привет. А Светлана где? Здравствуйте. Здравствуйте. Познакомьтесь, это мой муж Саша, это мой ученик Володя. Очень приятно, Володя. И давно вы музицируете? Дашуль, я тебе конфеток принес. Держи. Спасибо. Это вам, Светлана Анатольевна. Спасибо. Чё, оглохли? Меня уже здесь не слышат? А я слышу. Лапочка. По всему, видать, ты одна меня и ждала. Я пойду. Стоять! Я вопрос задал. Хочешь поговорить? Ты чё, дружок? Ты с кем собрался говорить? Это кто вообще? Дядя Володя, не надо, не трогайте пап! Повторяй за мной. Прошу прощения у жены и дочери. Пошел ты! Повторяй. Прошу прощения. Извините. Постой, подожди, Сашенька, ну не надо, ну пожалуйста. Иди от меня. Ну он болен, ну не обращай внимания. Я сейчас прооперирую. Я сказал, иди от меня. Сюда иди. Хорош придуриваться, вставай. Потерпи, потерпи. Дверь открывай. Все, 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 пошли. Потерпи, Светлана. Она уже у нее была сломана. Выйди отсюда.
Свет, рука болит? Нет. Давай, может, я сложу? Да нет, не надо. Свет, прости. Тетя Грунь, может помочь что? Даже не надейся, не налью. Да нет, я помочь. Иди, иди себе, помощник. Давайте, давайте, домой, домой. Непослушная. А я послушная, да? Да, ты послушная. Ты моя радость, ты моя умничка. Послушная. А я, видишь, такой-то непутевый. Что-то как-то не складывается. Это ты пока еще гадкий. Ну да, гадкий. Как гадкий утенок. А потом вырастешь и станешь прекрасным лебедем. Моя ты рыба. Пап, а ты правда, когда станешь прекрасным лебедем, будешь любить нас с мамой? А я вас и гадкий люблю. Глянь, там сзади крылья не растут. Нет этих крыльев? Будем ждать. Даша! Дашуль! Маме, не хочу уезжать. И я не хочу. Тогда почему? Ну, чтобы мы с тобой всегда были вместе. Иди собирай игрушки. Ладно. А я чайник пока поставлю. Здравствуй, Саша. СМС не находил от обиды. Поехал в Москву на заработки. Одного там завела, другого. Но все это не то, понимаешь? Я ничего не могу с собой поделать. Ты мне нужен. Короче, давай завязывать с этими разговорами. Ничего у нас с тобой не вышло, да и не могло выйти. Я ее не брошу. Она меня ждала, письма писала, дочь растила. Короче, все, завязывали. Бежишь? Да мне ехать надо. А чё бежишь, не знаешь? А я знаю. Сладить с ним не можешь, вот и бежишь.
Только это не поможет. Может, останешься. Глядишь, вдвоем ты одолеем. Ты подумай, дочек, не торопись. Утро вечера мудренее. Грунь, не надо. Я мужика твоего в город заберу за сахаром. Холодец там поставил, пригляди. Хорошо. О, а я тебя ищу. Поехали в райцентр, помощь твоя нужна. Чего меня искать? Пошевели пальцами. Подвигай, подвигай. Руку поверни. Ну, как? Не больно? Ну, вот видишь, теперь даже лучше, чем было. У тебя тогда кости неправильно срослись. А сейчас, когда вот это, ну, я... Да, неважно. Теперь, в общем, разрабатывай. Будешь играть. Спасибо. Да? Получилось? Спасибо вам огромное. Да ладно тебе. Спасибо большое. Едешь? Еду. А. Ну да. К Володьке зайди. Попрощайся хоть. Спасибо. Клавдия Ивановна. Здрасте. А Володя дома? А его нет. А где он? Брод где-то. Хорошо. До свидания. До свидания. Что не бросаешь.
Мне это интересно. Здесь немножко иначе. А как же твоя рука? Лучше. Мы уезжаем. А наши занятия? Совсем маленькая была. Смешная, да? Да. А это кто? А это было вот недавно. Ух ты. Здравствуйте. Мам, тетя Рита в гости пришла. Даш, иди к Игнату. Погуляй. Я не хочу. Кому я сказала? Иди быстро. Что вам надо? Вот такой фотографии у тебя нет. В роддоме сделали. Узнаешь? Ну и что? Просто по закону я мать, а ты преступница, которая украла моего ребенка. Убирайтесь. Может, генную экспертизу проведем? Что тебе надо? Ну что, малыш, красавец, молодец. Да, да. Дед, а что это? Это? Сегодня у этого красавца день рождения. Вот я его навестить пришел. А сколько ему? Ему исполнилось целые недели. Вот 7 дней назад Зорька наша сыночка родила. Да? А как его зовут? А вот его еще никак не зовут. Давай придумаем, как мы его назовем. Я думаю, что будет Вася. Вася? Ну, давай Вася. Ты согласен? Зорька, ты согласна? Вася у тебя будет, сынок. Давай соску. Мы его сейчас попробуем покормить. Давай, вот смотри сейчас. Вот. Молодец, Вася. Видишь как? Пьет молочко. Молодец. Вот учись, учись. Куда ставить? Вон к печке. Свет. Свечка.
А где они? Кто? Ты что мне тут дурака включаешь? Да где ты они? Что? Не знаю я! Я тебе сейчас на шнурки порежу! Где они, говори! Ой! Куда? Ну-ка. Иди руки убери. Тише, Даша спит. Что случилось? Уходи. Так, чего опять не слава богу? Слушай, прошу тебя, уходи. Тронешь, застрелю. Мы сами, Игнат, спасибо. Слушай, я знаю про Риту и про тебя. Уходи. Подожди, Свет. Чего тебе? Баб Грунь, открывай. Иди себе с Богом. Да ладно тебе, открывай. Что ты в самом деле? Я сейчас милицию позову. Thank you.
Здорово, солдат. Здорово, дед. Давай к ней. Попрощались уже. У меня они с Дашуней в доме. Давай. Пошла! Давай! Останови вот у забора. Зачем? Сейчас, за секунду. Папа, папочка, мама сказала, ты уехал навсегда. И ты поверила? Нет. Даша. Ты моя хорошая. Даша, иди сюда. Отпусти ребенка. Иди. Дай хоть попрощаться по-человечески. Пап, ты чего, правда уезжаешь? Мне надо, я должен. Но я же буду видеться с тобой. Пап, останься, пожалуйста. Я буду послушной. Даш. Ты и так послушна. Даш, ты умница. Идем в дом. Иди домой. Иди в дом. Я хочу, чтобы ты знал, что это не твой ребенок. Ты не в себе? Даша не твоя дочь. Уезжай. Это его дочь. Только мать не ты. Саша, это правда. Это твой ребенок. И мой. Наш общий. Ты говорила, он умер. Нет, это у нее дочь умерла еще при родах. Я... Мне негде было жить. Понимаешь? Не на что. Я поэтому оставила ее у нее, ну, на время, пока мы не устроимся. Даша, идем. Это неправда. Саша. Саша. Поехали. Ты меня на ребенка выменила. Я хочу быть с тобой. Я люблю тебя. Слышишь меня? Свет, подожди. Уезжай, прошу тебя. Не нужен ты нам. Мне нужен. Видишь, ей нужен. И ты ей нужна. Я понимаю, меня сейчас простить невозможно. Потом может. Я ждать буду, сколько скажешь. Рядом поселюсь. Но не могу я без вас. Прости меня, Свет.
Замечательно. Исполнение зрелое, глубокое. Спасибо. Я тебя поздравляю. Спасибо. Ну, беги. Не буду тебя задерживать. Целую Сашку. Спасибо огромное. До свидания. Привет. Сашка, радость моя, что ты плачешь. Сашка уже и поспать успел. Соскучился. Идем. А? Ну как концерт? А ну стой! Стой, Даша! Поймал. Свет, а ты знаешь, что ты у меня самая красивая? Да? Я люблю тебя. Я тебя.